Если ты также хочешь получить до халяву кьюч питомца, как вот этот челик, то прямо сейчас подписывайся на канал, ставь лайк на это видео и пиши абсолютно любой комментарий под этим видосом. Главное, укажи свой ник от Роблокса в этом комментарии. Чем больше комментов, тем больше шансов на победу. Я вам желаю удачи и приятнейшего вам просмотра. Если вы давно хотели купить робуксы, то вам на сайт Robux 500. Тут вы всегда сможете купить робуксы по низким ценам. Выдача осуществляется через группу или с помощью метода трансфер. А также у Robux 500 часто проходят различные розыгрыши и акции. Ссылку на Robux 500 я оставлю в закрепленном комментарии. Удачных вам покупок! Всем привет, ребята, с вами Кактус Цезарь, и добро пожаловать в Pet Simulator X в Roblox. И в этом видео я покажу, как получить новенький Doodle Hoverboard. Это нарисованный ховерборд, который можно получить в Doodle мире из нового обновления, которое вышло у нас вчера в субботу, 21 января в 20:00 по МСК. Но перед началом, прямо сейчас, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк на это видео и напишите какой-нибудь комментарий, например, кто получил уже ховерборд. Реально, кто получил ховерборд, обязательно пишите комментарий, что вы его получили. Очень интересно, сколько людей его получило или вообще его из вас еще никто не получил, потому что я этот ховерборд, наверное, просто никогда не получу, но способ я вам покажу, конечно же. Так вот, также еще начали там розыгрыш на хугов, обязательно участвуйте там, лайкосик, подписочка, комментарий с вашим ником от Роблокса, чем больше комментов, тем, естественно, больше шансов на победу. Так вот, вот такой ховербордик, смотрите, у него три огонечка, это значит, что у него максимальная скорость из всех ховербордов, например, как у Тэч ховерборда, и он состоит из каракули, ну, в общем, его нарисовали, скажем так. Как его можно получить? Он находится в хардкор мире. Это самое-самое проблемное, естественно. Смотрите, чтобы его получить, нужно открыть Doodle World в хардкор мире. Если вы вдруг открыли Doodle мир в хардкор мире, где же будет находиться данный ховерборд? Смотрите, он будет находиться в секретной комнате, а именно Barn Room, то есть в амбаре. Получается, вот здесь вот, да? Ну-ка, здесь же, да? Да, вот здесь вот. Вот в этой комнате вы нажимаете Ешечку, открываются двери, и это все, ребята, в хардкор мире. Вот я вам сейчас покажу, как это выглядит в обычном мире, но ховерборд вы сможете получить только в хардкорном мире. Вот, вы сюда попали, и вот здесь вот, за вот этим стогом сена, будет вот здесь вот стоять Doodle ховерборд. Именно здесь. То есть вы сюда подходите, нажимаете Ешечку, и вы сможете его забрать и кататься на нем, в принципе, спокойно. Но только в хардкор мире. В обычном мире это сделать нельзя. Смотрите, как, что вообще нужно сделать, чтобы попасть в хардкорном мире в Doodle World. Смотрите, отправляем сейчас The Void. Если что, что самое проблемное, если вы откроете, например, в The Void в хардкор мире, то вы сразу же не сможете попасть в Лимбо мир. Почему? Все просто, потому что когда вы попадете в Void мир, чтобы открыть вам Лимбо мир, да, чтобы телепортнуться, вам нужно сначала пройти Axolotl World в хардкор мире, первый мир, второй мир, то есть вот этот, что пиксель, по-моему, да, Cat World, и после этого вы тогда уже сможете открыть Лимбо. Если вы не, это все не пройдете полностью, тогда Лимбо у вас не пройдет, у вас выйдет, ну, скажем так, ошибка и вас откинет. После этого вы прожимаете Ешечку, вы телепортируетесь и открываете в хардкор мире уже, получается, вот эту первую локацию, а именно Doodle World. И это все делается в хардкор мире. То есть я вам сейчас это показываю все в обычном мире, но это все нужно сделать в хардкор. Сюда очень трудно попасть, так как это самая последняя локация. Я вообще в хардкор мире только где-то в самом конце Тэч мира перед Войдом. Поэтому мне еще, например, очень и очень далеко до Doodle World в хардкор мире. Но если вдруг кто-то из вас задрот прям лютый, и вы вдруг находитесь в Doodle мире в хардкоровом режиме, то вы опять же доходите до сюда, но амбарная локация стоит 3 250 000 коинов, то есть вы фармите картун коины в хардкор мире, и после этого, опять же, как я говорю, вы здесь прожимаете Ешечку, сюда попадаете внутрь, и вы сможете получить данный ховерборд. Здесь за стогом сена он будет находиться, вы его подберете и сможете на нем кататься. Получается вот такой вот ховербордик, смотрите, разрисованный, три огонечка, Doodle ховерборд, но, опять же, как я говорю, его можно получить только в хардкор мире, это самое ужасное. Ну и, в принципе, все. Кстати, если вдруг, ребята, вы не знаете, что у вас там добавилось полностью в новом обновлении, то обязательно посмотрите мой прошлый ролик про обновку, там я все рассказал, про новых питомцев, там про все рассказал, короче, про секретную комнату и про много чего другого. Вот, про также, что у нас будет следующее обновление, скорее всего. Кстати, у нас следующая локация уже будет, получается, через 6 дней. Ну, в общем, в следующую субботу. Сейчас у нас была секретная локация, новых пэтов, конечно, не было, кроме, наверное, вот этих вот донатных, получается. Но
У нас потом выйдет новая локация, и вон там уже в начале в шопе появятся новые яйца. С новыми питомцами, естественно. А, у нас только появилась новая секретка в яйце. Это там дельфинчик, короче, у нас появился. У него там статы чуть побольше, чем у секретки попугая. Вот, в принципе, все, ребята. Надеюсь, вам понравился данный ролик, он был коротким. Я вам показал только, как получить ховерборд. Естественно, получить его очень и очень сложно. Но, если вдруг кто-то получил, обязательно пишите в комментариях. Ну, а с вами был, как всегда, Цезарь. Обязательно ставьте лайкосик на это видео, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы самым первым видеть мои видосики. Также участвуйте в розыгрыше, там в комментариях нужно указать свой ник от Roblox. Чем больше комментов, тем больше шансов на победу. Ну а с вами был, как всегда, Цезарь. Всем желаю удачи и до скорой встречи в новом видосике. Все, ребята, всем пока-пока.